У нас были очень грандиозные планы. Мы планировали начать широкомасштабную реализацию проектов, инфраструктурных проектов, строить мосты в Одессе, восстанавливать или ремонтировать, реконструировать фасады, ремонтировать улицы, построить дворец спорта, построить ледовую арену. Мы планировали развивать и улучшать жизнь в своем городе. Однако после начала войны работа мэра города изменилась. Помимо работы, которая сегодня мы обеспечим, жизнедеятельность нашего города, работа общественного транспорта, подача света, воды, зима, тепла, мы сегодня заботимся львиную часть своего времени. Муниципалитет помогает, мои заместители, наша команда помогает формировать воинские подразделения, мы заботимся о них, мы выделяем технику для того, чтобы строить защитную оборонную линию Одессы. Мы фактически занимаемся большую часть времени не тем, чем должны заниматься в мирное время.